Сегодня день чистого спорта. Он проводится уже 8-й год по инициативе Всемирного антидопингового агентства. Мировое спортивное сообщество использует этот день как еще одну возможность напомнить спортсменам, тренерам и всем вовлеченным в спорт людям о важности честной конкуренции, в которой нет места запрещенным препаратам. Акцию поддержали и чувашские спортсмены, разместив фотографии с хэштегами «День чистого спорта», «За чистый спорт» в своих социальных сетях. Инициативу подхватила и творческая бригада нашей телерадиокомпании, работающая над спортивными программами. Мы призываем в спорте играть честно.